Всем привет! С вами мультикультурный клуб On the Same Wave Хамин-Лина в городе Хамин-Лина. Нас уже 205 человек из 14 разных стран, и мы стараемся помогать всем иностранцам, которые обратились к нам за помощью, адаптироваться в Финляндии. В прошлом году Европейская комиссия выделила Финляндию в антирейтинге по наличию расизма. И у меня в руках статья «Хельсинки Санамат», которая была опубликована 10 ноября 2023 года. И три преподавателя-профессора – Яри Картунен, Ханна Лайтинен, Ювяскулен Аматио Коркиаколуя, Рут Каукинен, Хагга Хелия Аматио Коркиаколу написали замечательную статью, в которой говорится о том, что необходимо искоренять расизм. И расизм – это позор для такого цивилизованного общества, как Финляндия. Статья называется так: «Опи лайтоксиса он панеудутава расизмин киткемисен». О чем говорится в этой статье? В статье говорится о том, что необходимо для преподавательского состава делать специальные тренинги, где будет развивать их способности различать, что такое расизм, учитывать многонациональность, структуры учащихся. И мы надеемся, что в конце концов, когда все преподаватели образовательных учреждениях пройдут этот замечательный тренинг, расизма в Финляндии будет меньше. Всем хороших дней. Вступайте в наш клуб. Welcome to our club. See you every day with you. Лара Светлова.